Покупать смартфон или другую технику на AliExpress совсем не страшно. Чтобы вам помочь, мы оставляем ссылки только на проверенные магазины AliExpress. Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Pro. 8 на 256 гигабайт. Mi Note 10 Pro – флагман компании Xiaomi, потенциал которого представлен революционной тыльной камерой, производительной конфигурацией, увеличенным временем автономности, передовыми средствами защиты и коммуникации, а также премиальным дизайном. Флагман мобильной съемки. Фаблет оснащен действительно революционной тыльной камерой, в составе которой 5 светосильных сенсоров на 108 мегапикселей, 20 мегапикселей, 12 мегапикселей, 5 мегапикселей и 2 мегапикселей. Объектив безукоризненно адаптируется к любым условиям съемки, имеет увеличенную площадь фокусировки, точную стабилизацию и яркую вспышку. Используя доступное преимущество, основная камера легко создает идеальное фото и видеокадры высокого разрешения, независимо от освещения. Селфи-съемку на новый уровень выводит 32 мегапикселей широкоугольная камера с автоматической бьютификацией, которая сделает личные и групповые портретные кадры еще красочнее и привлекательнее. Контролируемая мощь. Сердцем аппаратной базы смартфона стал передовой 8-ядерный процессор 7-го поколения Qualcomm Snapdragon 730G с максимальной тактовой частотой ядер до 2,2 ГГц. Его увеличенная вычислительная мощность сочетается с производительностью графического ускорителя Adreno 618 и 8 ГБ оперативной памяти. В результате гаджет может похвастаться первоклассными показателями работы, быстрым откликом, безотказным функционированием в режиме многозадачности, стабильной обработкой ресурсоемких задач и приложений. Без границ. Смартфон получил в распоряжение 3D AMOLED Full HD Plus дисплей с диагональю 6,47 дюймов, который подарит пользователю уникальный уровень визуализации. Изогнутые грани, полное отсутствие рамок и практически незаметный вырез под селфи-камеру предоставляют больше пространства для просмотра медиа, чтения и гейминга. Дисплей покрыт закаленным защитным стеклом Corning Gorilla Glass, который оберегает от микроповреждений и минимизирует риск появления серьезных дефектов. Рекордная энергонезависимость. Несмотря на уменьшенную толщину корпуса, под его крышкой нашлось место для энергоемкого литий-полимерного аккумулятора на 5260 мАч. Ресурсы батареи распределяются энергоэффективными алгоритмами, поэтому полной зарядки легко хватает на 2 дня активных нагрузок. С 30 Вт зарядным устройством батарея заряжается всего за час.